День космонавтики – праздник, значимый для всей России, для каждого поколения и особенно важен для краснознаменцев. 12 апреля перед русским народом открылся космос, вслед за которым мы стали покорять новые вершины. Мы были первыми и всегда ими будем. Чтобы показать свою любовь к родине, участники медиа-центра «Ровесник» гимназии номер 2 сегодня приняли присягу и вступили в ряды юнармии. Они будут носить гордое звание «юнармеец» и продвигать патриотизм в массы. Новоспеченных служащих поздравили и наградили значками заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Александр Валентинович Головко, министр КГУСК Московской области Плещева Ирина Владимировна и глава городского округа Краснознаменска Коваленко Виктория Александровна. После посвящения в юнармию прошел городской торжественный митинг, посвященный Дню космонавтики. Ветераны, школьники, военные, юнармейцы и администрация городского округа Краснознаменск возложили цветы к памятнику Юрия Алексеевича Гагарина. Ночные волки тоже поздравили жителей города Краснознаменск и показали патриотический фильм об истории России. Медиа-центр «Ровесник» присоединяется к поздравлениям и желает всем мирного неба над головой, ярких звезд впереди и новых открытий.